можно, видимо. Ну так, чтобы посветлее было на сцене все время. С кем я разговариваю сейчас? Черт. Ну, с кем-то, наверное. Оля свет не делает. Оля делает звук. Ну, вот так светло. А еще светлее нету, ничего такого. Тепленького какого-нибудь. Все, да. Хочется, конечно, нахамить, сказать, себя там подсветишь, чтобы я видел, хоть с кем разговариваю. По слуху-то я ориентируюсь, Андрей, что это ты, а так не видать же ничего. Один контур, борода и рядом красавица, значит, точно это ты. Спасибо, сказал Митроша. И рядом красавица, спасибо. А что, я должен сказать спасибо? Андрюха, я не очень понимаю вообще, что-то сегодня день такой какой-то странный. Так, давайте мы быстро все отыграем, но четко. Вы все молодцы, спасибо, вы не посмотрели футбол. И вообще воскресенье, свой вечер воскресенья потратили... Ох, вот было сейчас вот темно, как я просил не делать. Вот так не надо делать. Вот так, как было темно. Все песни, бляха-муха, знакомы вам с детства многим. Танцуйте. Ну не всем, ладно. Некоторым с ранней юности. С ранней юности. Поехали. Давайте разомнемся. Раз, два, три, четыре. Thank you.
приятно, как-то компания уплотнилась. Можно поближе к сцене, кстати, подойти. Поближе к сцене хуже слышно. Идите дальше. Громко, да? Блин, это очень хорошо. Трубач слышит свою трубу? Нормально, да? Тромбонит. Все. Следующая песня, автор как бы размышляет о смене времен года и о своей жизни, и, собственно говоря, ничего не советует окружающим. А, я, ладно, сразу-то непонятно. Ну, я буду пояснять немного, в объяснении автора помогают очень. Да, да, что это значит «два»? Дайте «два». Посмотри, сопли такие длинные, от снегири круглые, сопли такие милые, и снегири милые. Следующая песня про любовь, ну и про, ну короче говоря, про человеческие отношения. Таким образом накаляешь. А мора, 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 мора.
чуваком, а я с этим чуваком не знаком. Слушай, что себе позволяешь? Обстановку вот таким образом накаляешь. Это ты мой член так хорошо сосала. Ого! А теперь это делать почему-то перестала. Ага. Слушай, что себе позволяешь? Обстановку вот таким образом накаляешь. Амор, 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 амор. Амор, 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 амор. А чувака твоего все равно замочу. По-любому. По-любому. Амор, амор, амор. Амор, 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 амор. Амор, 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 амор. Амор, 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 амор. Я думаю, все-таки ты, Саня, ходил на Роджера Уотерса на всякий случай. Мало ли, это последний концерт. Я тоже так ходил на Би-Би Кинга. И, кстати, это действительно был последний концерт. Но не то чтобы его последний концерт, а последний, который я видел, его концерт. Так что, кстати, мы тоже люди взрослые. Я, по крайней мере. Вот вы прозорливые. Надо вот действительно ходить, когда человек уже в таком возрасте. Надо ходить, да, ну приходишь, мало ли, это последний. Футбол, может, еще и будет, а вот мало ли что там, господи. Что, на всякий случай. Вот, следующая песня как раз про это. Там простые слова в припеве, можно всем хором подпевать. Если в эфире я текилы, сразу чувствую веселье. И на пляже модный танец, и я с красоткою танцую. Ветер пальмовые листья гладит с нежностью беспечной. Я с красоткою танцую, модный танец бесконечный. О, водка, водка! О, водка, водка! Все вместе можно! О, водка, водка! О, водка, водка! Мачо-мачок, мачо-мачок, мачо-мачок. Вечером стаканчик рома, залпом выпьют за удачу. И с друзьями сяду в карты, их обыгрывать на деньги. У меня тузы в кармане, в рукавах вальты дамы. Если кто-нибудь узнает, во дворе меня повесят. О-о-о, водка-водка. Thank you.
Мачо-мачок! 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 Водка-водка! Заметили, да, сценографию? А народу нравится. Да. Понимают. Да. Следующие песни, прикажущиеся ее какой-то осмысленности, никакого смысла заранее говорю, что нет. Но слова слушать нужно обязательно внимательно. И можно даже подпевать, но там нет припева и вообще... В общем, готовьтесь сейчас. Да. Я могу и ниже сыграть. Мне не видно тут ни хера. Я готов. One, two, three, four. Опа! Это предыдущая песня, они все песни из разного периода нашего этого длительного творчества. И это была вот моя мечта о стадионном звучании. Я думал, что-то на стадионе надо вот так. Крота, мышь, ну, все рассказать. Стадионные звери. Чтобы все сразу все поняли. Добился своего. Ну, правда, мы выступали вот на большом стадионе, мы выступали единственный раз, и это было в Канаде. Я думаю, что про крота никто не оценил. Было очень жаль. Но я запомнил, как по-английски крот. Мол, да. Я потом, мы переехали оттуда в Германию, я там выучил тоже, как крот будет по-немецки. Это одно из немногих слов по-немецки, которые я знаю. А моль по-канадски? Маульвурф, он называется по-немецки. Маульвурф.
Так что, если вы будете на немецкой таможне и вас что-нибудь спрашивают, вы сразу «Маульвурф». Нет, еще можно добавить «Аусвайс». Но это все знают и без меня. «Хендехох» не надо. Опасно, у них тоже есть генетическая память. Это вообще никак не работает. Начинают таращить глаза. Работает, да? Попробуй еще в Швеции про Полтаву напомнить тоже. Сработает, интересно, или нет? Так она, наверное, Полтава. Все, хватит трепаться, я понял, да. Сейчас моя самая такая песня, очень трудная для моего исполнения. Одному она хорошо. Ать, 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 ать. Могли бы быть и погромче. Тут дети, в конце концов. Ой. Да. Такого со мной еще не было. Взрослые парни кивают, молодые парни молчат, девушки не зевают, девушки знают, куда мчат. Мне лишь рисует крестик, и тесть рисует круг. Ну
что со мной происходит, такого со мной еще не было. Пингвины плывут на север, пингвины плывут на юг, овцы кусают клевер, овцы кусают своих подруг. Умер великий Мао, Ленин давно готов, дома меня ждет мама и папа в старом зеленом пальто. Происходит, такого со мной еще не было. Я не понимаю, что со мной. Я не понимаю, что со мной происходит. Я не понимаю, что со мной. Я не понимаю, что со мной происходит. Я не понимаю, что со мной. Я не понимаю, что со мной происходит. Конечно, там и танцевать неудобно под такие песни. Притоптывайте ногой хотя бы. Ну, делайте что-нибудь. Не стойте на месте. Моргайте. Короче. Громко моргайте. Да. Гашиш. Ух ты ж. Ух ты ж, песня-то какая. Не близкая мне тема, но, собственно, да. Бежишь, не беги, покури, гашиш. Зачем спешишь? Сядь, покури, гашиш. Ну что сидишь? Не сиди просто так, покури, гашиш. Ну что молчишь? Уже покурил, гашиш. Один человек из ста выпивает с утра полста. Два человека из ста выпивают полтораста. Мы говорим «да», когда нет вреда. Только тогда, когда нет вреда. Владельцы черных бутылок, не прячьте глаза. Бесконечные возможности и еще две. Thank you.
Вот жених Хусейн, он человек-бассейн. Вот жених Хусейн, он человек-бассейн. А у волшебника Сулеймана все по-честному, без обмана. У волшебника Сулеймана все без обмана. Владельцы черных бутылок, не прячьте глаза. Бесконечные возможности, еще две. Сейчас Антон запел. Куда бежишь? Не беги, покури гашиш. Зачем спешишь? Сядь, покури гашиш. Куда бежишь? Сядь, покури гашиш. Зачем спешишь? Сядь, покури гашиш. Куда бежишь? Не беги, покури гашиш. Зачем спешишь? Сядь, покури гашиш. Куда бежишь? Покури гашиш. Зачем спешишь? Сядь, покури гашиш. Перерыв или про подругу? Очень жарко. Очень жарко. Может, перерыв? Сейчас спросим. Перерыв или про подругу? А поднимите руку, кто за перерыв, подождите, и поднимите руку, кто за подругу. Ну просто поднимите одну руку и все. Поднимите руку, кто подруга в перерыве. Не, ну это слишком сложно. Это даже я не понимаю, Мон. Просто не играть ее. Давайте, ладно, быстро ору про подругу, идем курить. Очень жарко, очень, у меня же трусы мокрые. Я несу, в том-то и дело, что я несу. Доброе вечное. Дети, заткните уши. Парой. И даже свой первый сексуальный опыт я приобрела с Михаилом. Миша. Ну вот я закончила среднюю школу, и родители мои захотели, чтобы я в институт поступила престижнее. Мне пришлось уехать в Сталин. Москву! У меня есть подруга Наташа, мы с ней вместе учились в школе. Средний. Родители мне предложили, чтобы я взяла с собой подругу. Напрасно. Когда мы прощались с Михаилом, прощание было нежным. Очень-очень. Мы поклялись в верности друг другу и твердо решили жениться. Подруга покинула проблем. Сука! Подруга покинула проблем. Шлюха, подруга, покинула проблем. Сука, подруга, покинула проблем. Трубы! Спасибо надежным папиным связям, в институт поступили престижный. Спасибо. Сняли квартиру в центре столицы и жили там вместе с Наташей. Путища. Наташа очень изменилась, совсем не думала о занятиях. Она ходила на все вечеринки, где веселились. Пили, курили. Подруга домой приводила парней, я чувствовала себя неловко. Еще бы. И однажды, вернувшись домой, я застала там четверых. Наташи не было дома, а парни пили спиртное. Водку. Я очень испугалась и бежать пыталась, но парни захлопнули дверь. Подруга покинула проблем. Подруга подкинула проблем. Шлюха. Подруга подкинула проблем. Сука. Подруга подкинула проблем.
больничной палате. Подробности того, что было, не помню. Рядом с вами спела Наташа, и лицо ее было в слезах. Она сказала, что была проституткой и поссорилась со своим сутенером. Гуляла. Слишком высокой для меня оказалась цена моей дружбы с Наташей. Наташу отнесли из института и решили ехать обратно. Еще опять? А еще через несколько дней ко мне приехал твой Миша. Мы были в квартире одни и чудесно провели эту неделю. Без трусов. Он подарил мне обручальное кольцо и сделал мне предложение. Подруга покинула проблем. Сука, подруга покинула проблем. Шлюха, подруга покинула проблем. Сука, подруга покинула проблем. Миша, долго не было писем, я почувствовал что-то плохое. Я приехала домой, мне мама сказала, что Наташа выходит замуж. Давно имела виды на Мишу, но теперь он стал ее женихом. Ага. Она наговорила про меня такое, что волосы у Миши шевелились. На жопе! Я вернула ему обручальное кольцо и больше с ней не встречалась. Никогда! Вот так я осталась одна, раздавленная два раза. Вот такие бывают в жизни повороты. Это не значит, что никому нельзя верить. Жизнь очень сложная штука. А Мише нужно оторвать яйца! Подруга покинула проблем. Подкинула проблем, оторвать жопу. Подруга подкинула проблем. Подруга подкинула проблем. Теперь все вместе. Подруга подкинула проблем. Подруга подкинула проблем. Подруга подкинула проблем. Подруга подкинула. Пять минут оправиться.
Когда-то академика Курчатова усы, да. Академика Курчатова, Курчатова, Курчатова. Академика Курчатова, бородка. Академика Курчатова, Курчатова, Курчатова. Академика Курчатова усы. У меня была академика Курчатова бородка. И были у меня, да, были у меня когда-то академика Курчатова усы. Академика Курчатова, Курчатова, Курчатова. Академика Курчатова бородка. Академика Курчатова, Курчатова, Курчатова. Академика Курчатова бородка. Академика Курчатова, 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 Курчатова. Академика Курчатова, бородка. Академика Курчатова, Курчатова, Курчатова. Академика Курчатова, усы. Спасибо, Андрей, как это мощно прозвучало. Браво, барабанщик. То есть аплодисменты, пожалуйста, нашему Андрею, барабанщику. Вот. А у меня была академика Курчатова бородка. А были у меня, да, были у меня когда-то академика Курчатова усы. Академика Курчатова, Курчатова, Курчатова. Академика Курчатова бородка. Академика Курчатова, Курчатова, Курчатова. Быстро закончи, Курчатова, Курчатова усы. Автора, вот так, автора резко. На сцену. Киркорова давай. Киркорова нету. Ой, господи. Ой,
помер. Уходи. Мы по лицензии эту песню исполняем, да, официально. Вот эту, следующую, следующую, я про следующую уже. Да, да, я помню. Хлопочки. Только заметил, да? Удивительно наивный человек. У нас вообще только хлопки и отрепетированы, кстати. Да нет, и твое тоже отрепетированное выступление. А, мы с тобой начинаем. Да ты один начинай, давай, я давай. Потом тебя догоню. И играй один. Свой номер, я, может быть, позвоню. И вообще я не знаю, зачем мне нужны эти цифры. И я уже даже не помню, как там тебя зовут. И теперь номера телефонов, как шифры. Уходи. Оставь телефон, иди. Уходи! Оставь телефон, иди. Я даже не помню где. Вероятность второй нашей встречи равна нулю. А теперь не хочешь уйти, говоришь, что не можешь уйти. Уходи, я тебя не люблю. Уходи, оставь телефон. Оставь телефон, иди. Уходи. Оставь телефон и ла-па-ра-па-па-па-па-рай. Ла-па-па-па-рай. Ла-па-па-па-рай. Ла-па-па-па-па-па-па-па-па-рай. Ла-па-па-па-рай. Ла-па-па-па-рай. Ла-па-па-па-па-па-па-па-па-рай. Ла-па-па-па-рай. Ла-па-па-па-рай. В следующей песне автор как бы за, предлагает зрителю задуматься о своем мировоззрении, жизни и так далее. Ну и вообще о своем месте в жизни в этой, да. Хуй с ним, пусть будет так. Коха, 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 коха.
прям. Мы бац. А вы-то кто? А вы-то? А вы-то кто?